Сегодня протестирую камеру GoPro Hero 7 Black на вот этом на рульном креплении. И что хочу предостеречь владельцев велосипедов именно с рулем бабочком, что здесь вот здесь на руле вот есть конусность, и вот так на каких-то ухабах какой-то пересеченной местности в это крепление может вот так сползать, и соответственно она имеет. Сейчас я покажу, сейчас я натяну вот сюда, вот так она шевелится. Я бы разместил ее на переднем плане, где более однородная такая вот поверхность, она не имеет никаких скосов. И сейчас ее закреплю, сейчас пока здесь проедусь и покажу, как она себя будет вести, именно сама стабилизация, ну и в целом, как будет съемочка. Так, вот разворачиваем камеру. Вот так работает само крепление. Так, так. Сейчас немножко отъеду. Так, все. И покажу, как. А вот она так разворачивается. Ну, это можно будет все это сделать попозже. Сейчас я пока покажу, какие углы вот на 360 градусов. Вот так. Так, ну что же, думаю, наверное, понятно, как ведет себя стабилизатор. Вот это крепление. Да, вот здесь она у меня съезжает. У меня сейчас я не хочу поджимать уже его. Но лучше его ставить именно на переднем плане.